В этом году Колыванский район Новосибирской области отмечает столетний юбилей. Это и повод отметить достижения и порадоваться земляками, и задуматься о том, чем будет наполнен новый этап в жизни района. Торжество его жителей разделил и глава Новосибирской метрополии. Праздничные торжества нынешней осенью проходят в каждом населенном пункте. Главные же состоялись на площади районного центра. Со словами поздравления к жителям Колывани обратился митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Дорогие друзья, вместе вы преодолевали и скорби, и беды, совершая значимые победы во благо нашего Отечества. Уже много было сказано добрых слов. Было много сказано о том, насколько значим Колыванский район для Новосибирской земли. Как важен ваш труд, и как благодарны мы и вам, и ветеранам, и тем, кто подрастает, за то, что вы называете эту землю своей родиной. Сегодня еще одно значимое событие. Мы сегодня освятили Троицкий собор. Тот собор, который был освящен когда-то в 1867 году, 1 октября. Историческая справедливость возвращается. И это свидетельствует, что Божие благоволение с жителями этой земли, что Господь благословляет вас. Позвольте всем вам пожелать крепость душевных и телесных сил. На многое и благая лето. С праздником!